За мной стоят голые люди, ребят. Здесь просто ужас. Всем привет, авокадики, меня зовут Лиза. Вы на моем канале. Сегодня я вам снимаю влог. Сегодня я еду на выставку Марины Абрамович во Флоренцию. Я вообще-то уже во Флоренции. Но вы поняли, да? То, что я пытаюсь вам иметь в виду. Ну что, выставка находится во Флоренции. Так, вы будете со мной. Но здесь очень жарко. Тем, кому интересно и хочет туда попасть, выставка открылась 21 сентября и закроется 20... Спасибо, мать. Ну, выключи. И закроется 20 января 2019-го. Кстати, вы знаете, что случилось на этой выставке? У меня такой свет на мне, что солнце все на мое личико. Случилась нелепая ситуация. Марина Абрамович сама из Сербии. А художник, который сделал на нее что-то, которое я вам расскажу сейчас, этот художник из Чехии. Он сделал прям такой поступок, которого я бы не сделала в жизни. Он взял портрет Марины Абрамович и надел ей его на голову. Если я найду видео, то я его вам ставлю вот здесь. Un tonfo le urla tra i turisti in fila. Gli addetti alla sicurezza bloccano subito l'aggressore, chiamano la polizia. Eccolo immobilizzato e quel che resta della tela che l'uomo ha appena scaraventato sulla testa di Marina Abramović, eclettica artista serba in questi giorni a Firenze. Все, короче, мы едем. Едем. И еще я хочу сделать кое-что другое. Надеюсь, что фотографии получатся классные, потому что они могут получиться или очень классные, или ужасные. Поэтому, надеюсь, первый вариант получится. И когда я была маленькая, ну, кто не знает, вы, скорее всего, не знаете, потому что кто не из Флоренции, не знает. Это детская карусель Джустрина. Она уже так давно там стоит. Ну, ее реставрируют, меняют, но она там просто уже веками. И все на ней катаются. Вот, и я ее просто обожала, когда была в детстве. Это был страх моих родителей, потому что я вечно хотела на ней кататься не один раз, а много раз, потому что я Лиза Фабианчик. Я вам рассказала мой план, сейчас мы доедем, и все изменится, как обычно. Итак, ребята, мы уже приехали во Флоренцию, в самый-самый центр, чтобы пойти на выставку. Сейчас мы пойдем, но для начала мама ищет бар. А я хочу взять или колу, или фанту, не знаю. Определюсь в тот момент. Да вот моя кола, я ее уже чуть-чуть попила. Сейчас мы идем на выставку. Мы уже пришли на выставку, сейчас будем заходить. Пойдем. Пойдем.
таксистов уходит. Но мой билетик я все равно купила. Это машина, на которой мы едем в Лондон, путешествовала 3 года в поисках себя. Воняет? Ребят, она бы, может, придумала бы повесить каких-нибудь людей вот так. Слава богу, не сделала. Ребята, мы остановились покушать мороженое. Мы просто обожаем эту мороженницу. И каждый раз, когда мы возле Понте-Векью, мы сюда приходим, потому что здесь очень вкусное мороженое. Мамки, на следующий этаж я гест не сильно. Лень подниматься. На следующий этаж пойдем. Видишь, вон там. Я боюсь еще и рвануться. Я пыталась залезть наоборот на такие лестницы, но у меня не получилось, меня отталкивало. Спускаюсь нормальным путем. Социальный эксперимент. Сколько терпения у моей мамы? Лиз, какие у тебя планы еще на сегодня? У меня потихоньку планы будут создаваться, как обычно, потому что планы изменились из-за маманчика-фабианчика. Лиз, меня укачало на выставке, я не могу, если я еще пойду на карасе. Я тебе сказала, что если ты оденешь те наушники, тебе крышу снесет. Ты не поделала, я делаю снаружи. Все, пойдем наверх? Я бы даже на выход. Да? Тогда я стёрку возьму и пойдем. Иди бери стёрку. Лиза, иди за стёркой. Лиз, что ты хотела купить? Я стёрку, да я сейчас её куплю. Лиза, ты стёрку хотела купить? Какого цвета? Любого. Какой цвет тебе нравится больше? Зеленый. А он точно хороший, потому что Румити. Лиз, иди на кассу. Цвет, который мне не хватает. Положи на место, будешь жить без него. Чего там в жизни должно не хватать? Они такие гладкие, а мои все стерлись. Лиз, смотри, какая очередь. Ты станешь в очередь? Давай ты пока за меня станешь. Все равно нечего делать, кроме России со станет. У меня просто такие были закончились. Ну, списались. Понимаю, будем тоже без них. Может взять? Нет. Это Стадлер? Все, только что здесь была, тебе ничего. Я это не видела. У тебя есть дочилка? Нет, это мне в школу. Помнишь, у меня такая была в первом классе? Лиз, иди в очередь стань. Лиз, пожалуйста, не лезь к людям. Я смотрю за классом. Не нарушай личное пространство. Мама, вот это. Лиза, в очередь. Нам для путешествий. Не надо туда фотографии класть. Нет, не нужно. Мне ж кошелек достать. Ты еще и сэкономила? Да, я сэкономила. Ты выходишь? Мама говорила, you can't to be. Be biscuit. Мам, хватит.
Я, наверное, если возьму билеты на Джустрину, сама прокатаюсь. Пойдем? Пойдем. Мне очень, ребята, понравилось на вот этой Джострине. Мне очень сильно понравилось. Я ее сделала целых два раза. И во второй раз была даже невеста китаянка. И это очень круто. И мне прям сам аттракцион понравился. На этом я с вами прощаюсь. Поставьте большой лайк. Подпишитесь, прокомментируйте. Всем пока-пока!